Это же замечательно, почему нет? Очень хорошо. Я считаю, Донецкой и Луганской области отдельного статуса нет. Украина єдина, вона була і буде. Людям, які зараз тероризують там третину регіону, дають 3 роки для того, щоб вони закріпилися при владі, щоб вони свою агресію перевели в площину вже політичну. Це зрада. Це зрада політичних сил, це зрада президента, це зрада тих хлопців, які знаходяться там, і в цілому українського народу. Я считаю, что это тоже должно быть достояние общественности, люди должны видеть вообще, о чем они говорят там, в своих закрытых помещениях. Конечно же, это неправильно. Це фактично простили всім злочинцям все, що вони робили. Я думаю, заморозили цей конфлікт, і на часі ми будемо мати нове Придністров'я, якщо ще щось не гірше. Думаю, мне хочется, чтобы там в Донецке был мир. Мы сами с Донецка, поэтому нам уже так надоело кочевать по разным городам. Хочется вернуться домой. Я так думаю, что если приняли такой закон, значит, просто другого выхода нет. Надо же как-то мирный вопрос решить, это правильно с людьми? Потому что это же никогда не закончится. Это невооруженным глазом видно, что в данной области или в данных областях происходят процессы, которые не являются естественными для нормальной жизни. Значит, надо что-то делать, надо какой-то особый статус, надо, естественно, значит, там наводить порядок, приводить к нормальному бою, что называется, эту жизнь, так, нормальной мирной жизни. Понимаете? Каким способом это делать? Опять же, это надо уже делать специалисты. Лучше худой мир, чем хорошая война. Мы с Россией, с регулярной армией воевать не можем. Поэтому куда деваться. Запад нам не помог. Все. З огляду на ті досвіди світові, які є, там, наприклад, Абхазія, або, наприклад, проблема, яка була в країнах там, Хорватія, Сербія, то коли в них утворилися якісь такі сумнівні зони, то я не чув і не знаю, щоб там щось було успішне з точки зору економіки, щоб там регіон насправді мав розвиток. Тобто я не знаю, чому я туди взагалі маю поїхати. На машині так точно буде класно. Там буде без влади. Я не так давно вернувся звідти. Хоча я сама родом з Нижньої Кримки.